Проехавший сегодня по центру города БТР взволновал краснодарцев. Как выяснилось, боевая машина принимала участие в мероприятиях, приуроченных 20-летию начала антитеррористической операции в Чеченской республике. В Чистяковской роще днем официально открыли первую очередь мемориала воинам-кубанцам-участникам локальных войн и вооруженных конфликтов. Ранее на постаменте уже установили БМП, принимавшую участие в чеченской кампании. Цветы к мемориалу сегодня возложил и командир этой боевой машины Рустам Клупов. Также ветеранам конфликтов и боевых действий в городской администрации сегодня вручили памятные медали.